Красный фламинго. Отряд фламингообразный, семейство фламинговые, род фламинго, вид красный фламинго. Вот такое вот у них яйцо. Гнездование. Гнездо возвышается над водой, как высокие кочки. Их форма напоминает усеченный конус, а высота может быть 50-60 сантиметров. Вот это гнездо. Ну, пойдем посмотрим теперь самих фламинго. Какие они красивые. Да? Розовые фламинго. Ну, ты видишь, он не едет. Белый, да, еще? Интересно, почему он такой белый? Чем покрасился? Подожди.
Это или гуси, или что это? Если дай кусочки. Они прям ждут. Мелко подпусти. Домашние гуси и утки, нырковые утки, утиные. Птицы обладают длинной шеей, благодаря которой легко добывать себе пищу. Отряд гусеобразных, а вот это земляные утки, коричневые, а это речные, утиные, которые высокие такие, они как похожи на... И на уток, и на гусей, да?